Привет, меня зовут Антон. Я рад приветствовать вас на YouTube-канале Proxy Seller. В сегодняшнем видео я расскажу и покажу вам подборку плагинов для работы прокси-серверов в браузерах. С помощью расширений пользователь сможет подключить прокси-сервер и тем самым скрыть свое настоящее местоположение, повысить безопасность соединения, а также иметь стабильное высокоскоростное подключение. Приятного просмотра! Открывает наш топ расширений Best Proxy Switcher. Это инструмент, который позволяет пользователю легко и быстро переключаться между различными прокси-серверами при использовании браузера. Использовать расширение можно в таких браузерах, как Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Microsoft Edge. Скачать его, соответственно, можно в магазине указанного браузера. Расширение очень легко в использовании, достаточно лишь выбрать протокол прокси, ввести IP, порт и использовать авторизационные данные. Также расширение позволяет нам настроить правила использования того или иного прокси под конкретную URL-страницу. Еще одно преимущество – это фоновая работа. Пользователю не нужно перезагружать браузер или ожидать, пока изменения настроек вступят в силу. Расширение тут же начнет работать, как только пользователь выберет прокси. Эти преимущества делают Best Proxy Switcher удобным и функциональным инструментом для управления прокси в браузере. Но давайте также рассмотрим и минусы. Best Proxy Switcher имеет бесплатную версию, но некоторые функции являются недоступными из-за отсутствия подписки. Также бесплатная версия существенно ограничивает скорость использования прокси. Best Proxy Switcher может иметь проблемы с совместимостью на некоторых сайтах, что может привести к проблемам с доступом или отображением контента. Поэтому Best Proxy Switcher занимает последнее место в нашем сегодняшнем топе. Далее рассмотрим плагин BP Proxy Switcher. Это расширение для браузера, которое позволяет легко и быстро изменять настройки прокси в браузере. Оно предназначено для тех, кто желает анонимно и безопасно серфить в интернете, обходя блокировки сайтов и защищая свою конфиденциальность. Расширение работает с такими браузерами, как Chrome, Firefox и Opera. Расширение также поддерживает различные протоколы прокси, включая HTTP, HTTPS, SOX 4 и SOX 5. Оно также позволяет настраивать параметры прокси-сервера, такие как адрес, порт и тип авторизации. BP Proxy Switcher позволяет настраивать различные прокси-серверы и переключаться между ними в один клик. Вы можете использовать это для работы или для различных ситуаций, когда нужен доступ к разным ресурсам. BP Proxy Switcher легко устанавливается и настраивается. Он имеет простой и понятный интерфейс, который позволяет легко переключаться между прокси. Также вы можете настроить расширение таким образом, чтобы оно автоматически переключало прокси-сервер при определенных условиях. Например, когда вы заходите на определенный сайт или используете определенный браузер. Таким образом, BP Proxy Switcher занимает 7-е место в нашем топе. Представляю следующее расширение IP Burger Proxy Manager. Это расширение для браузера, которое позволяет легко управлять прокси-сервером прямо из вашего браузера. Расширение доступно для Google Chrome и Mozilla Firefox. IP Burger Proxy Manager позволяет подключать прокси-сервера, редактировать их, а также легко выбирать, какой прокси использовать для определенного сайта. IP Burger Proxy Manager позволяет настроить оповещения, когда прокси перестают работать или когда они истекают. Это удобно, потому что вы будете получать уведомления о проблемах с прокси и сможете быстро принимать меры для их исправления. Также за счет функции автоматического переключения прокси для выделенных сайтов, плагин будет полезным атрибутом для выполнения веб-скраппинга или других задач, которые связаны с обработкой большого количества данных. IP Burger Proxy Manager предоставляет свою систему безопасности, с помощью которой работа в интернете будет анонимна и не допустит утечки личных данных пользователя. А если же у вас возникнут вопросы или неполадки, то IP Burger Proxy Manager имеет отличную поддержку пользователей, которая поможет решать любые возникающие вопросы и проблемы. Данный плагин мы разместим на 6-м месте. Следующий плагин – FireX Proxy. Расширение FireX – это инструмент, который позволяет пользователю обходить блокировки интернет-сайтов и скрыть свой IP-адрес, используя прокси. Прокси могут помочь вам получить доступ к заблокированным сайтам, обойти географическое ограничение и защитить вашу конфиденциальность в интернете. Использовать расширение можно только в Google Chrome. Скачать его можно в магазине указанного браузера.
FireX Proxy предлагает высокий уровень безопасности при использовании интернета через прокси. Он предотвращает утечку информации и защищает личные данные пользователя. Также плагин обеспечивает быстрое и надежное соединение с прокси, что позволяет быстро загружать веб-страницы и скачивать файлы. FireX Proxy предлагает бесплатную версию, которая обеспечивает основные функции для использования прокси-серверов. Давайте пройдемся по недостаткам, которые могут повлиять на вашу работу. Из-за наличия платной подписки, расширение может ограничивать скорость работы прокси. Также подписка ограничивает доступ к некоторым функциям. Расширение доступно только для одного браузера, и из-за этого может подойти не всем пользователям. Но так или иначе, расширение имеет больше плюсов, чем минусов, поэтому оно занимает 5-е место в нашей подборке. Рассмотрим следующее расширение. Foxy Proxy. Расширение Foxy Proxy – это инструмент для управления прокси в браузере, который предоставляет пользователю множество возможностей для настройки и управления параметров сети. Расширение доступно для установки в таких популярных браузерах, как Mozilla Firefox, Google Chrome и Microsoft Edge. Расширение поддерживает несколько типов прокси, а именно HTTP, HTTPS, SOX4 и SOX5. Пользователь может настроить параметры для каждого типа прокси в соответствии с потребностями. Плагин имеет встроенную функцию шифрования данных, которая не допустит утечки в сети. Расширение поддерживает множество языков, что делает его удобным для использования пользователей со всего мира. Foxy Proxy имеет удобный пользовательский интерфейс, который позволяет быстро добавлять и управлять настройками прокси. Но из-за большого количества функций он может показаться сложным для новых пользователей плагина. Foxy Proxy имеет внутренние ограничения, которые не дадут попасть пользователю на некоторые сайты. Касательно платной подписки, она ограничивает лишь более тонкую настройку, а для обычного пользователя с головой хватит и бесплатного функционала. Исходя из этих качеств, мы решили разместить плагин на 4-м месте нашего топа. 3-е место. Simple Proxy. Это инструмент для браузера Opera, который позволяет пользователям управлять настройками прокси-сервера. Расширение является привлекательным инструментом для тех, кто ищет способ защитить свою онлайн-активность и остаться анонимным в интернете. Simple Proxy прост в использовании и не требует дополнительных настроек, а интерфейс расширения минималистичен и не занимает много места на экране. Расширение имеет автоматический переключатель настройки прокси в зависимости от URL адреса сайта, что делает его удобным для использования в различных ситуациях. Simple Proxy имеет несколько минусов. Они не повлияют на работу обычного пользователя, но давайте рассмотрим их. Расширение может иметь ограниченный набор функций в некоторых ситуациях, что может привести к неудобствам для пользователей. Автоматический переключатель может не всегда эффективно работать и не обеспечивать надежного соединения с прокси, поэтому лучше проверять текущий IP после каждого переключения. Расширение можно установить только в одном браузере – Opera, и из-за этого может подойти не всем пользователям. Как я и сказал, эти минусы не особо влияют на работу, и за счет такого обильного бесплатного функционала мы решили расположить его на бронзовом, 3-м месте. Поехали дальше. 2-е место. Proxy Switchy Sharp. Это инструмент для браузеров, который позволяет пользователям управлять настройками прокси. Расширение доступно для установки в таких популярных браузерах, как Google Chrome и Mozilla Firefox. Расширение Proxy Switchy Sharp легко устанавливается в браузер и не требует дополнительной настройки. Вы можете добавить свои прокси в список, выбрать нужный сервер и нажать кнопку «Применить». Вы можете настроить различные прокси-сервера для разных задач и легко переключаться между ними в зависимости от того, какую работу вы выполняете в интернете. Расширение поддерживает различные протоколы, включая HTTP, HTTPS, SOX4 и SOX5. Это позволяет использовать прокси для различных целей, включая обход географических ограничений, защиту конфиденциальности и обеспечение безопасности. Интерфейс расширения понятен и удобен для использования даже для новых пользователей. Мне удалось найти всего пару минусов. Это внутреннее ограничение к доступам запрещенных сайтов. Также скорость прокси, которая может быть немного медленнее, нежели мы бы подключали прокси напрямую к устройству. В целом расширение Proxy Switchy Sharp является эффективным инструментом для управления настройками прокси и обеспечения безопасности в интернете. Поэтому оно твердо занимает серебро в нашем топе. Последний на сегодня плагин – Proxy Switchy Omega. Он является инструментом для управления настройками прокси-серверов в браузерах.
Это расширение помогает пользователям быстро переключаться между различными настройками прокси для обеспечения безопасности, конфиденциальности и анонимности в интернете. Прокси Switch Omega доступна для установки в популярных браузерах, таких как Google Chrome и Mozilla Firefox. Плагин предлагает широкий спектр настроек, которые помогают улучшить производительность и безопасность в интернете. Вы можете настроить прокси для работы только с определенными сайтами, задать настройки аутентификации, изменять настройки обработки запросов и ответов и многое другое. Пользователи могут создавать настраиваемые профили, которые позволяют им быстро переключаться между различными конфигурациями прокси в зависимости от задач. Но из-за обильного количества настроек интерфейс может показаться достаточно сложным, но за полчаса использования вы привыкнете и будете использовать его на интуитивном уровне. Также у расширения изредка бывают сбои. Чтобы это исправить, достаточно выполнить переподключение. Как итог, скажу, что Proxy Switch Omega не просто так является самым популярным расширением, ведь плагин с подобным количеством бесплатного функционала найти попросту невозможно. Я с уверенностью размещаю Proxy Switch Omega на первом месте нашего сегодняшнего топа. На этом наша подборка завершается. Каждый из сегодняшних плагинов отличается, и каждый имеет как свои плюсы, так и минусы. Когда вы выбрали для себя предпочитаемый плагин, осталось выбрать прокси. Я думаю, каждый пользователь хочет получить стабильный, анонимный, высокоскоростной и приватный прокси. Ведь он поможет избежать нежелательных блокировок, повысить анонимность и скрыть реальную локацию пользователя. Я хочу обратить ваше внимание на передового провайдера прокси на рынке – Proxy Seller. С ним вы получите 100% анонимность сети и безопасность, гарантию работоспособности с выбранной целью, огромный выбор локаций и круглосуточную поддержку. Ссылка будет в описании. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик и нажать кнопку лайка под этим видео. С вами был Антон, до новых встреч в следующем видеоролике.